Можешь немножко аккуратнее это сказать? Так и скажи, просто хотите. Да, я джентльмен, я не хотел просто оскорблять девочку, то все. Просто вот, ну, есть вот такие вот, хочешь, сейчас скажу. Вот, просто ты в интернете такая, блин. А приехала, блин, сиськи до пола висят, толстая какая-то. Ну, елки-палки, ты что такое? Мотык тоже мне. Вот так бы и сказал. А как вы бы поступили? Ну, блин, а тут у меня воздержание. Я думал, не знал, что тут нельзя. Эту ситуацию можно выкрутить, понимаешь? Всегда, всегда можно выкрутить. Учись выкручиваться. Даже по поводу вот этого чикнуть на раз. Ну, мы же понимаем, что ты на раз и просто чикнуть. На будущее, значит, так не надо. Здесь же не про это. Да я уже понял. Разок не про это. Если почикаться тебе надо? Если не нравится, сразу нет. Если почикаться надо, вот здесь.